Сегодня я хочу приготовить тушеную картофель. Для этого нам нужно 10-12 небольших средних картофель, морковь, лук, мясо 500 грамм, сладкий перец, соль, паприка, кориандр, перец. Я порезал мясо, порезал картофель, лук, морковь. Готовить такое блюдо лучше в казане. Вот такой вот у нас казан. Мы налили туда растительного масла и будем сейчас готовить. Я нагрел масло и выложу в казан лук. Лук необходимо при обжарке постоянно помешивать. Лук у нас готовый, и сейчас мы будем выкладывать мясо. Луком перемешали. И дальше готовим его до испарения жидкости. Жидкость у нас с мяса выкипела. Теперь добавляем морковь и болгарский перец. Мы добавили морковь и сладкий перец, перемешали с мясом и даем еще потушиться минут 10. Мясо мы посолили. Примерно столовая ложка соли без горки. Добавили кориандр, паприку и черный перец. Сейчас будем укладывать в казан картофель. Картофель мы выложили в казан и залили его водой, так, чтобы вода закрывала картофель. Я все-таки добавил в картофель еще перец горошка с мельницы и лавровый лист. Вода у нас закипела и будем готовить картофель до готовности. Минут 20-30. Картофель у нас уже готовится 30 минут на слабом огне без крышки. Огонь делать так, чтобы сильно картофель не кипел, вода не выкипала. Тушеная картошка у нас приготовилась.